Итак, я подошел к своей компашке. Гоп-компашка. Орк, берсерк, халфлинг, рога, разбойник, вор и клирик, дворф и полуэльф-друид. Подошел я ими вот ко входу к темному замку. Здесь я встретил вот такую вот нежить Адам 12, который охраняет, который является миньоном некого хозяина этого замка, которого, с которым я еще не встречался. А вот этот дворф, призрак, дал нам квест, чтобы я нашел три части его костей, чтобы я мог эти кости перенести в город, и там он поделится некими знаниями, которые он тут раздобыл, исследуя этот замок некроманта. Так вот, я попытался договориться с этим скелетом-нежитью. Не получилось, не хватило навыка убеждения и навыка запугивания. Ну, значит, придется убивать. Здесь у нас есть лучник. Три лучника, два энфорсера и один обычный скелетон. Значит, сейчас я отдохну всей своей компашкой. Сделаю быстрый отдых. Прокину кости на лечение. Сколько выдаст. А, еще раз. Прекрасно. Все на фулках. Теперь следующая штука. У меня есть у моего разбойника, я купил ему вот такие тапочки Slippers of Spider Climbing. Сейчас с этими тапками можно ползать по стенам. Я на все деньги купил. 890 голды потратил, у меня было всего 900, что типа такого. Еще на все бабки купил моему роге, разбойнику, эти тапки. Сейчас попробуем обойти, во-первых, стелс. Обойти всю эту гоп-компанию. Сохраню игру. Зайду к нему со спины. А теперь своими ребятками. Открою. Тоже зайду. Стелс. Открою главные ворота. И начнем, пожалуй. Так, начинает замечать нас. Стал активным. Берем разбойничка. И вот так ему со спины. Угу. Битва начинается. Прикидывается камнем по инициативе. Опа! Еще мимо. Ну ладно, плохо. Отчаянную атаку побежали. Сразу завалим этого. Хорошо. Адам 12, зря ты отказался с нами сотрудничать. Use power. Изгнать нежить. Ну давай. Вызываем спиритическое оружие клириком, помимо изгнать нежить. И этим же оружием сейчас Адама по кумполу. Мимо. Ну, бывает. Так как я начал атаку первую, некоторые были застигнуты врасплох, я не пропускаю отход. Surprise было написано. Вот. Так, ходит мой друид опять. Cast spell. Лечить пока никого не надо, значит, я все-таки превращусь в медведя, пожалуй. А, блин, что же сделал? Отчаянно, ладно, пофиг. Так, атака по возможности. Вот, когда я окружил противника, он пытается убежать куда-то в сторону. У моих героев, которые стоят к нему вплотную, есть возможность атаковать по возможности, когда враг пробегает мимо. Значит, я и этим, и рогой, и варваром попытаюсь ударить. Есть. Все, готов. Сканал, бедняжка. Ты все еще удивлены?
лучник, смотри, здесь на десятку пробил кого-то. А, воина моего. Варвара, ну это не страшно. Так, что мы делаем? Сейчас ходит мой основной персонаж. Мой разбойничек любимый. Который постоянно мажет, но если попадает, бывает хорошо критует, особенно. Стелс. Так, дэш. Подбегаем. Вот сюда. Минус скелет. Все, конец хода. И так же самое на дэше подбегу. Как можно ближе. Вот сюда. Потому что с этим надо расправляться. Завершаем ход. Входит наш клирик. Клирик. У него есть арбалет тяжелый. Причем уже. С спиртическим оружием подвигаемся ближе. Я могу кастануть что-то. Могу. Да нет смысла даже особо тут напрягаться. Просто с арбалета буду стрелять по лучнику. По вот этому, допустим. Мимо. Ничего страшного. Тоже промахнулся скелет. Давай, спускайся. Угу. На десятку. Ну ничего, у нас есть лекарь, два друид и клирик, так что ничего страшного. Ну, например, кюрваунс, по-моему, в упор действует, да. Спел хилинг. Подлечим нашего варвара на восьмерочку и в медведя. Погнали на перехват вот этого скелетал инфорсер. Мимо, давай. Опа, у ворот. Спас бросок был на уворот за счет ловкости увора. Так, что мы делаем? Набьем. Тоже мимо. О. Хорошо. Так, теперь. Reckless attack. И давай. Секунд жирный этот инфорсер, ничего себе. О, spiritual weapon подъехал. Все, отъехал скелет. Клирик очень жесткий, на самом деле, очень. Каст спел. Не хочу даже тратить спелы. Можем просто с арбалета. Давай поможем вот этого добить. Мимо. Не страшно. Они тоже не особо метки, ребят. Вообще халява. Серзы просто так, x2. Укус плюс 4 к шансу попасть. Плюс 4 to hit. Ну нифига не попадет, мне кажется. Тоже промахнулся. Обычно атака на семерочку, закончить ход. Лучник косой. А теперь мой разбойничек подойдет сюда. И еще разок. Уязвимым стал скелет. Reckless attack, давай. Ах ты ж косырылый орк. Точнее полуорк. Spiritual weapon.
Нет, давай кого-то. Эта штука часто попадает в хорошую тему. Почти готов. Блин, они косые, конечно. Ну, попал. Десятку у меня. Неужели медведь кого-то попал? Сомневался. Так, надо лечить. Дэш и атака. Господи, какие же они косые все. Реклс. Попади только, пожалуйста. Ой, хорошо, на 15 заехал. Так, Spiritual Weapon. Не подведи, молоточек. Молоточек не подводит. Так, я с арбалета. Давай, клирик ты мой хороший. Отлично, вот она классно, ты что. Ходим ближе. Осталось два скелета, два врага. Так, выходим из формы медведя и... Подлечу сейчас нашего варвара. Natura Evil Cure. На 12 захилило, неплохо, так слышь. Косорылый скелет. Так, дэш. Погнали добивать лучник. Молоточек может летать, сейчас он на следующем ходу подлетит туда наверх. Давай с арбалета, не промахнись так. Промахнулась. Не страшно, закончили ход. Угу. Вот он меня ударил, сейчас будет пытаться отбежать, и в этот момент есть атака по возможности. И сразу же вырубил, отлично. Cast spell. Захилить кого-то могу. Могу захилить, а могу. Давай. Пчелу на этого лучника. Не сильно она дамажит, но тем не менее. И подхилим его. Переключусь на лук и попробую отсюда попасть. О, хорошо. Сколько снял? 6. 6 урона. Неплохо. Этим за стеночку спрячемся, чтобы не попал лучник, не мог попасть. И Spiritual Weapon подлетает все ближе. И с арбалетик сейчас сюда. Мимо. Ну ладно. Cast spell. Все. Весь гарнизон прилег. Берем всех. И смотрим, что тут дальше есть. Крепость.
тоже в режим стелс. Эй, опа, смотри, 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 ходит там зомбак. Сейчас мы его быстренько оформим. Например. Например, с арбалета. А, он пока нас не видит. Сейчас сюда обойдем. Не понял, почему он... О, атакует. Чудесно. Этот с арбалета. С лука, точнее. Это с лука и два. Вот так. Погнали. Мимо. Гуль. Энд. Жирный ВП. Каст спел. Чарм я не могу сделать. Яд вряд ли на него подействует. Я не думаю, что. Ну все тогда. Тогда что, все? На 8 джавелина. Лечить пока некого. Значит, пропускаем ход. Есть. Падай, падай. Малыш. Годя. Где наша волшебная дубинка? И по горбу вот этому два. Мимо. Очень жаль. Тогда вот этот спал. Не промахивайся, пожалуйста. Ой, хорошо, на 13 заехал. Добивай. И подлечу себя же. Плюс 7 to hit. Плохо. Еще два. Шо? Дубиночка, не подведи. Как она слабо бьет, короче, надо с арбалета лупить ее. Давай.
Нет, два без спеллов просто. Вручную. Хорош. Вот и все. Комнату зачистили. Ловушки могут быть, поэтому тут желательно ходить. В режиме стелса и аккуратно. Так, еще одни кости. Ага. Чудесно, сколько у меня уже этих костей. Так, раз. И два. Another door. Еще одна дверь. О, хорошо. Только как я подумала, что будет все так легко. Смотрите наверх, что это? Похоже на магический щит. Типа? Какой еще магический щит? То, что мы ищем, находится наверху, ты уверена? Это очевидно. Лучший лут имеет лучшую защиту. Ну да. Давай. А, нет, не могу даже отдохнуть. Блин. А мне бы не мешало отдохнуть, потому что... Давай-ка сюда, Long Rest. Отправимся. На длинный отдых, восстановим спеллы, а потом только пойдем. И? Смотри. Ого. Понаехал. Стоп, стоп, куда? На приколе я хотел отдохнуть. Вы тут на меня гули напустили. Валя. Ну давай. Раз вы такие смелые. У них слишком дофига. Это будет тяжелая битва. И хилок мало. Блин, еще и промахиваться. Ну что ж это такое? Ну, минус один уже легче. Изгнать нежить, боже, как хорошо. В страх, эти в страхе. Убегают, а этот спасся. Спас бросок кинул. И сваливают. Пока тебе будет бегать в страхе, я с этими буду разбираться. Прекрасно. Ну давай-ка, что, с луках? Будем. Вот это да смешно, когда они в упор промахиваются и... О, атака по возможности, чудесно. Ну блин, ну попадай же. Вот так. Я там в страхе отбегал. Живая. Добивать надо. Нет, никаких сплов. Чисто арбалетом два. Мимо. Чт.
4, конечно, мало, но... Один. Что, издеваетесь, что ли? Так, просто такие камни, ну, кости выкидывают. Выкинул слабо. Так, Reckless Attack. Убивай. Вот так. Тут бегает в страхе. Так. Все, хилки закончились. Ладно, будем стрелять так. Из длинного лука. Мимо. Что ж ты такое? Косой. Подойду. Косорылый. Молодец. В ёлку. Ого, так, смотри, он покоцал моего варвара. Ну, подходи, не тупи. Вот молодец, на 18 хитов. Так, и что там у нас остался? Бедолага бегает. Сейчас сюда отойдем. Мимо. Псих, у него страх долго действует. Понятно с вами. Дэш. Жаль. Но этим я подходить не очень хочу. Попробуем так его расстрелять издалека. Что ж ты будешь делать? Ну вот, хорошо. Еще ближе подошли. Этот отдыхает. Ах, какая же ты... О, расчехлился. Гуль. Но... Вот и все. Не хотели мне давать выйти из замка спокойно? Пеняйте на себя. Через колодец, ага, точно. This could be our way in. Скорее всего, это путь внутрь. Отлично. Мы будем спускаться по мокрому, скользкому туннелю. Что может пойти не так? Я еще, кстати, создал тут мировоззрение у всех этих персонажей такое... злое, и не все эгоисты, скептики и вообще неприятные личности. Вот они между собой постоянно подшучивают, острят, сарказм кидают друг другу в репликах. Да, погнали.
tell me we're not going back in there. Никто не говорит, что мы опять собираемся сюда возвращаться. Но мы тут не были, поэтому я не вижу, почему он нам эту фразу кинул. Так, какой-то шкаф с книгами. Не обязательно, конечно, всей толпой ходить, но ладно. Рецепт. Крафтинг мануал. Отравленная стрела. Давай-ка выучим его. Угу. Еще свиток магической брони. Рецептик. Это скинем сюда. Так. Что для этого нужно? Вот что для этого нужно. Тут список ингредиентов. Вот крафтинг. Крафт, точнее. Ух ты. Ладно, с крафтом потом. Это тайный проход. Как тихо. Вот, ага. Вот я вижу зомбаки, зомби стоят. Пока нас не видят. Посмотрим, что тут еще есть. И, кстати, можно позажигать. О, идут пацаны, смотри. А так, спел нет, давай просто мы... Нет, wild shape тоже не будем использовать. Просто атак, вот так лучником. И... Вот так. Три зомбоида такие шли. Конец хода. Ой, я забыл переключить ему набор оружия. Хотел зажечь факел, но тут подошли зомби, что поделать. Эти удивлены, потому что я первый начал атаковать, и поэтому они теряют инициативу первого хода. Да и второго. О, удачная атака. Хоуп, но Хоуп зовут моего клирика. Может удариться дополнительным уроном, используя божественность свою. На. Хорош, и застанил еще с арбалета. Кастовать ничего мы не будем, мы так их разложим, чтобы не тратить спылы. Там, думаю, дальше будут враги посерьезнее. Реклас и погнали нагибать. Двуручка. Попади. Хорош. Теперь можно, не знаю, рейдж использовать. Наверное, не буду использовать. Сюда. И с лука продолжаем. Зачем тратить на эту мелочь заклинание? Ладно. Давай с лука. Тоже неплохо. О, эти.
расчехлились. Давай встретим их. И потихоньку отходить. Мимо, дружочек. Да, промахнись. Хорошо. Вот это. Ой, хорошо. Жальчиками работает. Good kill. Good kill. Да, не спорю, неплохо. Ну вот как раз пока те добежали. И те отъехали уже. Wait till the next one. Такие молодцы, слушай, по сравнению с прошлым боем что-то прям не промахиваются никто. Тьфу-тьфу-тьфу. Что тут зомбаки нам интересного? Туда пока не ходим. Вот здесь комнатки какие-то есть. Так он быстро бегает теперь. Хёрдстоун. Ух ты. Костяные кубики. Можете продать в магазине за 35 золота. Ну неплохо. Это немало. Открыл при помощи отмычек. А тут? А что тут? Давай зажжем факел. И зачем я это открыл? Тут нифига не... А, вот какая-то тумбочка есть. Кубок. 5 золота. Спелбук. Который можно обменять на репутацию с одной из фракций. Interested Factions. Вот. Заинтересованная фракция. Рук Донатентар. А это? Журнал Лизарии. Давай-ка возьмем. Лизари, я так думаю, это некромант мест. Что там в журнале? Интересно написано. Боже, сколько тут читать. Попытаться поговорить с Мордрак там наверху на лестнице об этом. Ну, я попыталась поговорить, но Акша сказала, он отдыхает. И сказал, чтобы они не беспокоили, как обычно. Она предложила передать сообщение. Так полезно. Типа, большое спасибо. В кавычках. Но я знаю, что это сообщение никогда его так и не... К нему и не дойдет. Так, ладно. Лор читать. Долго слишком. Вы же не хотите долго смотреть это видео. Так,
Ну что, здесь все? Идем. Туда я пришел. Сюда, сюда, сюда. Да, все правильно. Вот сюда. Дальше. Сохраним. Режим остался, как обычно, чтобы... О! А тут нас уже ждут, друзья. Ух ты какой. Темный ученик. Dark Apprentice. Ты смотри на них, а? А ну-ка. Это же будет битва поинтереснее. Для начала. С лука. Шмальнем. Просто вот так. Хорошо. Стрел. Глаза горят у него. Каст спел. Так. Ну, зомби не страшно. Давай попытаемся вынести его так, без применения заклинаний. Но они будут колдовать 100%. А у меня, кстати, специализация у варвара. Он убийца магов. Так что если начнут колдовать вблизи воина, вблизи моего полуорка, то им жопа будет. Давай дубинку или нет? Пока не будем. Хорош, все попали и сдох он. Чудесно просто. Просто чудесно. А, он еще и в стелсе, мой чувачок. Вообще шикарно. Куда бы его поставить? Чтобы его не видели. Сюда. О, о. Ну ладно, ты за это ответишь. Пес. А, его заметили, ну, ничего страшного. Быстренько этих зомбаков. Всех. Ну что ж ты так расстраиваешь меня? Хорош. На 20. Пробил. Давай сюда. Подходим, поможем. Каннинг экшен. Дэш. Можно еще ближе подойти. Давай прямо вот. Прямо вот сюда подойдем. На 23 просто рубанул пополам бедолагу. Есть, хорош, попала, молодец. Ну давай, бедняжка. Вот и все. Что там по луту? Что по луту? А, я левелапаю всех. Если я сейчас отдохну,
кто будет поднятие уровня. Блин, зачем я сделал loot all? Drop. Блин. Так, на 1:03 я сделал тригон. Надо его вырезать. Ну, простите. Не мог ничего не сделать. На, книжечки. А, не The Flaming Item. Смотри. Книги по некромантии. Не могу их прочесть. Ну, клирик, естественно, тоже не сможет прочесть. Ну да. А ну-ка, давай, зажигай. Не, не дает. Хорошо. Идем дальше. Мне кажется, в твоей комнате тоже может кто-то быть, не? Отличная стрела. Замечательная. Точнее. Так, книги в шкафах. Что, юзабельно? Эксперименты Аурелиты. Вот еще книга на столе. Принципы анимации. Ну, воскрешение мертвых, я так понимаю. Ни какого-то Неолоса. Принципы анимации написаны Неолосом Фаламилом. Другой анимации тут быть не может. Только речь о некроманте, естественно. Love poem. Любовная поэма. Вот он. Не будем читать. Слишком долго занимает по времени. А, вот и комната с долгим отдыхом. Сейчас мы все отдохнем. Поднимем левелочек. Да. 16 часов отдыхать будет. Ну да. После двух таких битв с зомбями. Unlock Class Features. Uncane Dodge. Когда атакующий, которого ты видишь, бьет тебя, ты можешь использовать реакцию и уменьшить вдвое урон от его атаки. Хорошо. Следующее. Спазм-бросок увеличен до 15. Спел атак. Увеличена атака с спелами на плюс 7. И спел слоты третьего уровня плюс 2. Ух ты. Супер. Тогда посмотрим, какие у нас есть. Спелы на третьем уровне, смотрите-ка. Ух ты, вызвать молнию, вызов молнию. Цель 6/4. Ага. Облако, штормовое облако, которое можете вызвать, но атакует вертикально, нанося 3d10 урон от молнии, и следующий может каждый ход повторяться. Использовать и повторять его каждый ход. Просто прекрасно. Conjure Animal. Призывает духи в форме зверей, чтобы помогать вам в битве. Класс. Daylight. Дневной свет. Призывает сферу яркого света. А яркий свет в этой игре помогает. Ну, зажженные факелы, сферы и так далее. Любые источники света помогают лучникам и вообще наносить шанс к хиту, к попаданию увеличивает. Revivify.
And active spells on creature or object. А, это dispel, подожди. Это dispel, это сейчас диспелят. Ну, dispel это прекращает любое действие заклинания на любом создании, либо объекте. То есть чисто dispel. Крюк. Моментально лечит до 6 союзников, которых ты можешь видеть. Нифига себе, прикольно. Радиус 12 клеток. Защита от энергии. Поднимает одно существо обратно к жизни до 1 минуты после смерти. Слит стор. Создает область, в которой создает область скользкой земли. Уменьшена область зрения и уменьшена. И концентрация происходит намного сложнее. То есть чисто и на магов, и на милишников они в этой области падают, поскальзываются, и с концентрацией проблемы у магов, и у клириков, и прочих кастеров. Виндвол. Стена ветра. Создает стену ветра, которая наносит урон, отталкивает существ и предметы прочь. И развеивает туман и газы. Блин, сколько прикольных спеллов. Друид крутой, я представляю, какие у кастеров, у магов тут заклинания. Так, ну хорошо, защита от яда тогда убираем нафиг. Берем. И, наверное. Штормовой облак. А что? Protection from energy, это защита от энергии. Ну-ка, Alt нажмем. Угу. От кислоты, холода, огня, молнии и грома. То есть от всех. Защита от всех школ магии. Call Lightning. Вот это интересная тема. Шесть на четыре клеток. Ну, тоже жесткий спал. Можно взять его, а тут вместо... Бог Клауд призвать животных, к примеру, зачаровать персонажа, тоже выберем, возьмем диспел, хотя у меня всего два слота здесь, наверное. Давай попробуем, может получится три спала здесь. Или не получится. Ладно, пусть будет. Зачарование. Торчина. Полуорк, точнее. Бонус к proficiency. Увеличивает плюс 3. Влияет на все атаки, спас-броски, умения и снаряжение. И класс защиты от магии, от спеллов. Ну, прикольно. То есть это чисто маг, антимаговская тема. Level up клирика, что у нас дается. Тоже специализация плюс 3. Влияет на все атаки, спас-броски и так далее. Спеллкастинг, спазброски против магов увеличено на 15 против магических атак. Атака с пеллами на плюс 7. И спеллслоты третьего уровня 2. Отлично. Сейчас еще и посмотрим, какие спеллы появились у нашего клирика. Слепота. Silence. Spiritual Weapon. Cure Wounds. Благословение. Давай посмотрим благословение и духовное оружие снимем. А здесь Beacon of Hope. Кокон надежды. Не Beacon, а маяк надежды, точнее. Кокон. Beacon это маяк. Увеличивает надежду и живучесть на 6 целях. Нифига себе, это массово.
проклинают существо, которое ты, до которого ты дотрагиваешься, это чисто такое Shadow Priest. Можешь сделать из него дамажащего клерика, но мне нужен хил. Она из арбалета неплохо дамажит. Создать еду. Также Daylight, как у друида. Mass Healing. О, и моментально лечит шестерых, ну естественно. Вот это я возьму. Dispel. Снять проклятие. Это поднять из мертвых. Spirit Guardians. Вызывает четырех духов для того, чтобы они вас защищали. Тонкс, языки. Дает знания всех языков на один час. Прикольно. Вызываем духов и масс хил. Я бы еще, знаете, что взял? Взял вот этот маяк надежды, который увеличивает живучесть и поднимает надежду. Rises Hope. Rise Hope. Вместо Lesser Restoration. Validate. Ну все. F5. Все молодцы. Пошли дальше. Ну а ходят уже тут, ходят. Бродят. Смотри-ка на них. Яд. Ну яд, я думаю, тут на зомбре не действует, мне кажется. Я не знаю точно, но с кем это кажется. Вот это тело тут мне стоит, не нравится, надо его сразу снимать. Опа, он начинает меня засекать, поэтому мы делаем что? Мы делаем вот так. Атакуем первыми, чтобы застать их врасплох. А тут их, смотри, толпа такая. Ну хотя, фигня. Никакая не толпа. Я промахнулся, да? Естественно. О, смотри. Mass heal. Два раза могу применить, ничего себе. Но мы не будем этого делать сейчас. Давай, сейчас подойдем к тебе. И точно так же. Вот сюда. А, тут еще один, смотри, кастер. Этот будет отбегать и славит две атаки по возможности. Хорош. 14 хитов сразу. А ну, давай. Чудесно. Ну да, эти удивлены. Застигнуты врасплох. Некоторые из них. Колдует он свою соплю. Колдуй, колдуй. Давай-ка сюда. Ну, не подведи. Хорош. На 28. You like that? Тебе понравилось, говорит? А, тут же, кстати, еще можно сбивать с ног. И сбивать с ног, типа, на колени он падает враг. Либо отталкивать, если он стоит на краю пропасти, вот эта кнопка. Он скидывает его нафиг и убивает. Так, прячемся тут. Ну,
побежали. Слишком медленно. Сюда. Интересно, луком достает? Достает. Попади только. Отлично. Что это там? Колдуешь? Хотел отбежать, не удалось. Должно быть больно было ему. Да, конечно. Вселена. Ты умрешь, как и остальные. Wait till the next one. Ну так. А, я, кажется, мог бить по два раза. Не делал этого, ну ладно, не страшно. Это все. Вот и все. Сейчас на балкончике, с балкончика. Не, не получится. Ну тогда закон завершить ход. Остался один несчастный зомбак. Что там у него? Уязвимость, нейтральная кондиция. Ну потому что он, да. Потому что он варвар. Come on. Come on. И обычно. Там по два раза мог бить, я бил до этого момента всегда по одному. Ну ладно. Век живи, век учись. Опа. Кто вы такие? Что вам надо? О. Можно его запугать. А, договориться, смотри, deception. Обман. Давай-ка, да. Что ты делаешь в своем замке, это твое дело, как только, ну, пока это не касается нас. Ну, то есть пока не вредит. И нам нужно поговорить с мастером Мандраком. Это очень важно. Это... О чем вы хотите поговорить? Извините, действительно, но наши приказы разговорить... Ну, мы должны говорить только с ним. О, убедил. Только на вышке. Я не могу вам помочь увидеть мастер, но могу помочь. Нужно... Есть кое-что, что вам нужно знать. Если вы хотите поговорить с Мандрактом, вы должны поговорить с Акшей. Она превратилась несколько лет назад. И она залезла, засела наверху, и никто, кроме моего хозяина, с ней не говорит больше. Я не видел Мандракта тоже давно. Она приносит ему сообщение, и от него сообщение. Он был моим учителем. Она держит его в заперти, я уверена. Нам сначала нужно пройти через нее, если сможете. У нее стая гулагулей. И сила превращенная очень, очень велика. Мы пытались, но больше не хотим терять людей. Как лучше к нему подобраться? Сложно сказать, катахлизм сильно повредил его. И затем Акша, кто знает, что она с ним сделала. Лестница ведет к ее апартаментам. Удачи, прийти.
через нее. Извините за такой корявый перевод, но это было сделано на лету, я не успевал просто прочесть все прочесть. Смотри, зомбаки даже нет, они кусаются. То есть мы убедили при помощи дипломатии там разных фишек, не пришлось драться с ней. Ну, хотя я бы ее, конечно, лучше завалил. С нее лут, наверное, какой-то интересный сыпется. Наверняка. Но уже как есть. В этом прелесть РПГ-игр, что можно не только дракой решить вопрос, а и диалогом. За это я люблю РПГшки. Это мой любимый жанр. Baldur's Gate, Icewind Dale, Divine Divinity и так далее. Так. Дарт. Ну что ж, давай-ка попробуем. Блин, как бы ее завалить? У нее, скорее всего, хороший лут. Что ж, идем, пройдем через эту обращенную, превращенную. Короче, смысл такой, что какая-то чувиха была обращена, превращена в какого-то монстра. Смотри, this door. Чё? А, у этой двери нет видимого замка. Ага, ну ясно. Вот на стене был замок. Она превратилась и очень сильно стал очень сильным некромантом. И теперь держит учителя вот этого, вот этой бабы, она тоже некромант. Ее учителя держит в заперти. И чтобы поговорить с ним нужно прежде всего победить ее, либо каким-то другим способом обойти ее, потому что она никого не пускает к нему в его покое. И передает все сообщения только через себя. И туда, и в обратную сторону. Главное первым атаковать, чтобы преимущество было первого хода. Но... Ну ладно. Пустить ход. Смотри. Опа. What went wrong there? Она еще и в стелсе, ее пока не видят. Тем лучше, если она попадет. О, Badlands Ghast какой-то. Это что оно за тварь такая? Что этих еще не видел? Слушай, ну такая метка этот полуэльф-друид. С этим своим лонгбоум, длинным луком, довольно неплохо справляется. Еще один. А, это гуль обычно. Вот какой-то. Вот сюда ОЕшку бы закинуть какую-то сейчас. Got you.
А теперь Вака. Fast hands. Получится, нет? Не, не получится, странно. And. Что ж ты косая такая? Теперь будет страдать мой разбойничек. О, смотри-ка, вот это то, что мы выучили. С левелапом минус 50% к урону. Конечно. Ну, коса, я тебя сглазила. Получается. Неплохо. Еще разочек. Хорошо. Добей, гада. Отлично. А ну сюда. Мне нравится, как он замахивается. Эх, есть. Бестиарий. Badlands Ghast, Knowledge, один из четырех знаний о нем. То есть, чем больше ты убиваешь определенный вид мобов, тем больше ты открываешь о нем знаний и узнаешь, сколько, какой у него класс брони, сколько хп, сколько ходов. Вот, например, у зомбаков класс брони 8. 22 хп и 5 клеток хода. Что у него тут нам? Он нифига хорош. Сохраниться. Все, идем туда. Делся дальше, поползли. Сундучок. Ну, наш разбойник, этот сундук легко заберет, потому что он ходит по стенам благодаря тапочкам, которые я ему купил. Тапки, тапки паука. Реагенты и баблишка. Спасибо. А куда дальше идти? А, понятно, слышь. Как? Ага, вот сюда. Да. Понятно. Ну, так. А, смотри, можно сюда пойти было, можно еще и сюда сходить. Стоп, а как сюда попасть?
No path destination. То есть сюда просто так не попадешь еще. Может, он как-то может. Нет, не может. Отсюда, ну значит сюда. Значит, все верно. Смотри-ка, какая гадость. Ярость пустоши зовут эту тварь. Не? Не? Кто-то хоть по ней попадет уже отсюда, не, не, не хотите. А сюда можно, можете залезть. Сюда не можете, да? А сюда? Так, стоп, сюда можете залезть. Так, засекли. Кажись. Блин, надо отвалить подальше. Не получится первый ход сделать. Муша гнида засекла. Ну ничего страшного. Инициатива 5, все равно у него инициатива слабая, я буду первый ходить. Но он не будет, эти не будут врасплох, не застану их. Придется так их валить. Пейст. Использовать что ли на эту тварь или нет? Давай попробуем сначала пробить его с арбалет, сколько у него хп вообще узнать. Примерно. О, у него хп нормально, немало. Да, придется проверить двуручным мечом, сколько у него хп. Да, слушай, у него где-то хп так 60. Такой нет, не... Ну, отъедет все равно, куда он денется. Тут можно ярость одну заюзать спокойно. Хотя стоп. Стелс. Сейчас из стелса выйдет, муша его заметит, да. Ого. 31 он снял мне хп, ничего себе. Ого, какой он жесткий. Его надо просто чем-то валить, что ли? Чем-то больно. А я отхилился, посмотри, какая тварь. Он отхилился с удара. Нифига себе. Каст спел. Зачем мне эта лошадь? Блин, мумбим. Вот так, лунный луч. Ну что, я не знаю, постоянно отхиливаться с удара, это очень-очень плохо.
How does that feel? Неплохо, да? Кстати. Так, этому надо лечиться, потому что завалят сейчас новый берсерк. Блин, один хп остался, да, прикольно. И он хиливается, посмотри. Так. Срочно лечить надо малыша. Всего лишь на 11. Такие дела. Да ну что ты, блин, косатка. Вот этого надо валить сразу было. Не подведи, чувак. Два. Ой, хорошо. Еще разочек. Два. Не промахнись. Отлично. Добиваю. Тварь. Еще разок. Два, 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 два. Ну что ты подвел-то, а? Ну, сейчас это походит, тварь. Убивает моего этого, лечится, смотри какая. Я его, конечно, подниму. Где там ревайвифай был? Был у меня. Каст спел. Слушай, жирная тварь. Все, промахнулся. Это удачно. Может, еще не сдохнет. Так. Ну два, ну конечно, таким, с таким успехом бить его будет очень сложно. Что, неужели он промахнулся? Повезло. Надо чем-то таким его добить. Ну, наконец-то. Тварь такая. Ясно с этой все. Подлечил я своего кореша. Все. Вот он, стрелку. 67 хп у него. Средний уровень пати должен быть для того, чтобы драться с этими созданиями. Ну, как говорится. Так, ну теперь.
Начинаем короткий отдых. Восстановим хп. Отстреляем сейчас тут сколько получится. Жизни. Смотрим, что ж с этой твари выпало. Нифига, это магнезия, блин. Ничего хорошего с ней не выпало. Ага, нам туда, значит, идти нужно. Цветочки, реагенты. Ладно, собираем все казино. Пошли сюда. Второй этаж. И это был еще даже не... Не та тетка, которая нам нужна. Злая. Так, стелс. Заходим. Иди-ка сходи по стеночкам. Угу. Легкий арбалет, нафиг не нужен. Непонятно, что с этим делать. Как-то. А, сюда можно, кстати, спрыгнуть. А что тут? Сейчас узнаем, что тут. Прежде чем идти дальше, можно глянуть, что тут. Это же всегда интересно. Реально? Реально. Так, ну-ка, давай-ка. Факелы берем. Не палить контору. Пока что тут ничего. Интересно. Ага, вот шкафы с книгами. Тут может быть что-то. Опа, опа, смотри. Я не заметил зомбаков. Вот они. Они тут, как тут. А как это я, интересно, их не заметил? Почему я не могу их атаковать, если я их уже вижу? Странно. Ну ладно. Вылазили, посмотри. Так, сколько тут у нас дэмэдж? 1.8 плюс 3 плюс 6 хит попадания. Все. Получа. Молоточком. О, хорошо, я застанил. А? Получили. Реклесса. Так, давай. И еще раз. Ну вот так. Конец входа. Badlands Ghast, две штуки.
Попал. Неплохо не сдает, по-моему. Бедному. Так, сейчас я подойду к нему в упор и захилю его. Natura evil cure. 16. Неплохо. Ох, лезут они 5 штук. Не нравится мне это. Он еще не промахивался, а? Еще и 2 раза промахнулся. Так. Мессайя! Давай-ка. Рейдж. И вот это. More coming your way. Отлично. Чтобы не выпендривался там. Уже у них шансов нет, конечно. Эх, косоглазый. Почему у меня? А, ну все правильно, рапира и... Да-да, все верно. Косой, ну как может быть такое? Что это еще в стане стоит? Давай еще разочка. По шапке. Каст спал, не. Энд. Давай. Косорылый, бля. Ну вот. Так бы сразу. Так, осталось 2 ублюдка. Ну косой просто, такой косой. Еще один. Больно. Засадил. Ладно. Жаль. Да, ну, не попадает, не попадает, но потом куда как попадает. Полуту. Клоус. Быстрый отдых. Да. Подлечиться. Мне долгий отдых. Нифига не хочет лечиться. Долгий отдых нужен. О, кольцо. А смотри, золотой браслет. А, просто можете его продать.
кожна броня выживальщика. Рецепт. Это хорошо. Для моего разбойника несчастного. Ой, куча рецептов. Нагрудная броня отражения. Голос Керс какой-то спел. А это отравленные стрелы, отравленные болты. Так, давай-ка учить. Давай-ка учить. Есть. Есть. Ух ты. Чудесненько. Так, и тут еще такая маленькая коробочка есть. С какой-то маленькой фигней бесполезно. Ну, деньги все-таки, ладно. Ну что, идем теперь. Где там этот? Тут интересно, что-то есть сюда как-то попасть, да. No destination. Сюда может, да. Хорошо. Давай, давай еще один. Больно. Засадил. Ладно. Жаль. Да, ну. Не попадает, не попадает, но потом куда как попадает. Так. Что по луту? Клоус. Быстрый отдых, да. Подлечиться. Мне долгий отдых. Нифига не хочет. Итак, перед схваткой с боссом я пошел отдохнул. Вот. Сюда. Long rest, safe area. Развели длительный отдых, восстановили все заклинания, и вот сейчас пытаемся сразить босса. Well, что ж, вкус Лазарии в подданных улучшается. Мы ничьи подданные, леди. Мы победили ее. Я практически впечатлена. Так. Чек мудрости прошел в диалогах, и теперь мы можем что-то предложить. Смотри-ка, мы можем предложить ей кровь. Том друид говорит, мы уничтожим тебя с шансом нулевым. И Шаград, это наш полуорк, говорит, в сторону с 30% вероятностью вампир отступит. И с 55% вероятностью за счет харизмы и убеждения. Наш клирик говорит, может сказать, мы просто хотим поговорить с Мандрахтом. Давайте попробуем поговорить. Мы просим обычные вещи, аудиенцию с мастером Мандрахтом и безопасный приход в замок. Мы верим, мы знаем, что ваш хозяин имеет знания о неком древнем артефакте, нам нужны его знания. Ваши слабые умы... Вы увидите, короче. Что ты имеешь в виду? Он запечатан в своих апартаментах с сильной магией. И малые врата — единственный путь, чтобы попасть туда. Малые врата? Да, вот там. Я хочу вообще-то убить эту вампиршу. Ну, давайте попробуем что-то украсть. А. Вы думаете, что я вчера родилась? Так, дневник Акши.
Бутылочки. Клаус. Угу. Я могу его атаковать, не? Think I was born yesterday. Так, теперь могу. Cast spell. Давай сразу ей. Слепоту. Получится проканает, да? Блин, не получилось. Кто бы сомневался. Ну все, с такими раскладами можно заканчивать. Миссы. Спелла не проходят. Надо было ей сразу лупить в лицо ее чем-то. Она пытается отхиливаться. Вар. Так. Да, 4 плюс 2. Достало, блядь, со стороны попадает и отхиливается. Все попадает, а я нифига не попадаю. Cast spell, давай что-нибудь помощнее мне. Ну, конечно. На один, ну один. Как можно ее убить, если мой разбойник бьет ее на один? Это что, издеваетесь что ли надо мной? Посмотри, она отхиливается. Ну единственное, кто ее может пробить, это варвар, но и то она постоянно отлечивается. Ой, блин, я не могу. И находит через раз. У него что за инициатива такая сумасшедшая. На фулке она уже. Просто на фулке. Все лечится об своих этих дегенератов. Ой, хорошо. Сейчас опять отхил пойдет. Паук, как обычно, промахивается. Ну просто бесполезное существо. Просто бесполезно.
нее, кстати, эта аура неплохо дамажит. Блин, воину моему очень плохо. Каст спел. На тебе, жаба. Очень слабенько попадают, очень. Что за урон, я вообще не понимаю. 2, 1, 3, что это за урон такой? Так, ну воин сейчас отъедет уже, мне кажется. Пытка, не пытка. О, блин, у него осталось совсем чуть-чуть. Блин, только бы не успел отхилиться, пожалуйста. Мисс. Паучок. Паучок, естественно, нифига не... Масхил какой-то есть? А ну-ка, ну-ка. Стоп. У нас хила нету, что-нибудь дамажище хотя бы, что-нибудь. Дамажище есть, но... Вопрос. Кого я попаду? Или захилить воина, пока он еще жив. Да, наверное, захилю воина, потому что ну нафиг. Все, он упадет, то некому будет просто пробивать. Ну вот, не зря я воина захилил, потому что так воин сейчас все. Приехала, тварь. Ага, а теперь я вам устрою. Побежали. На, смотри, не хотят. Засейвились, гады. Короче, клирика затащила ситуацию за счет вот этой ауры защитной. Воин в страхе убежал. Каст спел. Сейчас я подлечу своего разбойника, что он бедняга. Давай-ка, масс хилинг. Раз, два. Да. Почему нет? Нет, каст спел. Найду я сейчас, наверное, все-таки к своему разбойнику и захилю его тоже. Воин расчехлился, давай. Точнее, варвар. Ну, неважно, он же воин. Вот это я понимаю, пилюля. Без вариантов.
конец хода. Cast spell. Ладно, просто с лука добьем. Естественно, мимо. Бежишь в вампирское отродье. Недолго тебе осталось бегать. Короче, надо было создавать 4 клириков и просто нагибать. Просто нагибать. Да, разбойник у меня такой, беспонтовый. Он, ну, только двери открывать и может. Для этого он и нужен, в принципе. Ага. Больно? Добиваешь. Вот так вот. Компашку. Гоп-компашку вампирскую развалил. Чудесно. Значит, теперь мы делаем. Что? Обыскиваем все шкафчики спокойно уже. Никто нас не тронет. Некому. И вот мы снова тут, перед входом к комнату магистра. Сохранили. Стелс. Потихоньку заползаем. So... This is the mine again? Это и есть малые врата. Did you see any other way to get there? Ты видел хоть какой-нибудь другой путь туда попасть? На что нам придется ей поверить? Ну что, мы собираемся идти туда? Почему ты первой не пойдешь? Если там все хорошо, ты нам расскажешь об этом, если ты с тобой ничего не случится. Ну давай. Телепортация ощущается странно. Если он дрался в рифте, что может пойти не так? Действительно. Тут еще куча всего. О, какие-то магические руны на полу я уже вижу сразу сходу. Что-то открыло. А ну-ка, свет войти. Что закрывается? Вот дверь. Ну и ловушки, естественно. Чик-чик-чик. Есть ловушечку. Брали, тут еще одна такая же. Ага. У этой двери нет никакого видимого замка. Стоп. Ловушку сначала. Отлично. Как хорошо, что я купил ему тапки. Ползание по стенам, паучье. Боже, посмотри, что он делает. Чудеса. Да и только. Ну хорошо, попали мы в эту комнату. И зачем мне сюда было заходить? В эту комнату. Ни зачем. Ничего нет смысла. И в этой комнате что? Может быть, так. Наверняка ловушка тоже. Вот тут на полу, не? Хочешь ее задетектить, не, дружочек? Журнал приключенца. Ага, пароль, смотри, код.
Акаша сказал мне, что если мы хотим встретиться с мастером, мы должны найти ступени и пройти определенным способом. Как только мы найдем ступени, мы должны спуститься вниз, вверх. После этого скала нам повернут направо, вверх, и затем спуститься вниз еще раз. Всех сюда за четверых завести, вот в чем вопросик. Загадки, загадки, все загадки. Вот оно что. Вот. Теперь все по местам. Бегом. Зажегся. Какой-то квадрат. Идем. Ага, лестница. Крутанем-ка ее. Угу. Я оказался где-то непонятно где. Руна. Выглядит странно. Похоже на какой-то магический вард, который я видел. Не трогай, даже не смотри на него. Он пока что ничего не сделал. Он не работает? Интересно. Не надо. Лучше не надо. Возможно, леди произношения сможет это сделать. Давайте попробуем. Battle Stars. Ох ты ж. Spectral Avenger. Ну вот, блин. Ладно, давай. Будем бить его, что ж поделать. Дэш. Я не буду каст спел просто. Попробуем его убить. Угу. Откуда ты еще взялся? Он тут. Бедняга этот, бедолага. Ну, все, жопа ему. $450 опыта. Фига себе, блин, за одного только. Ну давай. Какая-то реликвия. Хорошо, как отсюда выйти? Выползти нужно отсюда. Все сюда.
еще одна рапира. Отлично. Отлично. Значит, что мы делаем? Стрелы. И вот так. Две рапиры пусть будет. Угу. Вот и стрелки пошли. Вот лабиринт. Вспоминаем. Записки. Вниз, вверх, вправо, вверх, вниз. Вниз идем. Вниз. Теперь нужно вверх, да. Вот значок вверх. Вверх. I heard some kind of mechanism. Угу. Теперь вправо. Вот он. Я слышал, какой-то механизм сработал. Право. Где же? Ну, а вот и вниз. Ничего сложного. Да-да-да. А, ты, блин, давай сюда. Этот полез по стене такой. Нормально. Пошли, значит. Так, там же кто-то лазит. Ага. Лучники, шмучники, давай сюда. Кидаем колючки. Чтобы не бегали там. И за стеночку, чтобы пришлось бежать в нашу сторону. Так. Сюда. Фаербол сюда можно запустить, почему бы и нет. О, нормально. Зарядил. Можно было обойтись одним фаерболом и не мучиться. Давай-ка, enter. Давай-давай, иди. Серьезно, блин, давай, стреляй. Все, молодец.
что я переборщил с заклинанием. А, какой-то рыцарь-скелет. Ну, сейчас он как раз пока дойдет. Довольно жирненький такой оказался. Ты смотри-ка. Ты смотри-ка на него. А, он типа такой мощный. Ну, сейчас проверим, какой он мощный. Это все. Все в сборе. Отлично, сохранились. Стелс, поползли. Скелет-лучник, смотри. Скелет-волшебник. Скелет воин. Скелет-рыцарь, скелет волшебник и вайт. Вот этот какой-то вайт. А ну-ка, давай-ка отползем, пока не поздно. А я могу кастануть вот эту штуку прямо вот туда, не? Жалко. Cancel. Или могу все-таки, стоп. Вот туда, да, бы хотелось. Сейчас подползу поближе. И сдам туда. Вот. Вот так. Теперь отойдем. Отходи, отходи. Так, закончить ход. Где там сайленс? Чтоб не колдовали всякие. Сейчас отсюда подойду. Cast spell. Silence. На себя не хочется кидать. Ну, можно вот так сделать и выйти из этого круга потом. Подойду за спину. Варвару буду его лечить, если что, со спины. Чтобы еще такого. А, ничего. Завершить. И... А это я вот сюда подойду. Все. Ну что ж, идите сюда. Мне не хотите. Сейчас, пока они все сюда дойдут. Ну, давай, давай, давай. Это я еще и в стелсе сижу при этом всем.
Они вообще не понимают, что происходит. Конец. Вот это я хорошо раскастовал. О, больно, больно. Так, этот сдох. На, получай. Угу. No quarter given. Так вот. И назад. На место. Рыцарь пока тоже дойдет. Смотри, бедняга. Просто подошли уже с минимальным хп. Ну, чем-то таким его кастануть нет. Ладно, мимо так мимо. Вот так вот. Минус тело. Ну, а теперь осталось рыцаря скелета. Чик. Надеюсь, варвар мой доделает свою нашу работу. Эй, попади. Ну вот и все. Вот так. Так, стелс. Открываем дверь. А здесь нас ждет. Угу. А вот и он. Кто вы? Как вы сюда попали? Мастер Мандрахт. Вы знаете мое имя? Откуда вы знаете мое имя? Мы представляем совет. И мы не хотим вам причинить вреда. Не хотим вреда? Не хотите причинить вреда? Они говорят. Они всегда так говорят. Всегда. Они лгут. Убирайтесь. Я все еще могу защищаться. Блин. Мы не хотим убивать тебя. Мы хотим спасти Саласт. Вы правы, что боитесь нас и тех, кто нас послал. Мы сильные. И вы не должны умирать. Боги сказали убить нас, тебя. Но нам не нужно этого делать, если ты поможешь нам. Нам нужно получить камень некромантии. Камень? Но без вашего камня мы не сможем восстановить корону. А без короны мы не можем победить богов. А, убедили его, смотри. Боги? Я не понял. Я... Корона? А, вот зачем вы пришли. Берите его. И оставьте меня в покое. Да надо было завалить его. Ну, сейчас попробуем. Так, я давай сохранюсь. Я сохранюсь. И попробуем его завалить. Load game, quick save. 4. Бла-бла-бла, кто вы? Как вы сюда попали? Мастер, а, это все понятно. We found you. Do you read? I offer. Давай, отлично, то, что надо. Ложь, все ложь. Я знаю ваших богов, обманщиков. Отдайте мне корону. Сейчас же. Вот так. Это то, что нужно. Я хочу его убить. Просто что мне надо? Маг. Если он попробует меня ударить магией, ему очень не поздоровится. Каст спел, давай по максимуму вольем
Ах ты ж смотри на него, защитился. You like it? Нравится? А вот так? А вот так нравится. Ну что, обычно, как обычно, промах. О, вот, Warcry пошел. Вот, реакция на магический урон, смотри-ка. Вот что значит. Антимаг. Каст спел. Запускаем шторм. И сразу же шторм. Вот так. На, блин. Ну, понятно. Да-да-да, очень страшно. А тут еще кто-то. А, лучник. Хорошо. Лучник, лучник. Он расколдовался, он раскастовался. Вот так. Да, сдохни. Каст спел. Давай-ка всем хпшечку. Еще. Чудесно. Угу. Не в того ты магию стрельнул. Получаю обратку. Так, Call Lightning. Сюда давай. Да. Практически. И сдох. Каст спел. Подлечить. Natura, evil, блин, очень слабенько подлечил, но достаточно будет. Блин, а, еще два лучника тут. Так, ну пора уже лечить как следует, потому что хорошо нас сдавали. Так, этого пора добивать. Чудесненько. И сюда, к лучникам поближе. Каст спел. Ну да, масс хил не получится, давай так захилим. Thanks. Thanks. Не резиста. Куда? Никуда. Ладно, добьем. С арбалета попади только. Спасибо. Спасибо, что послушал меня и попал. Дэш. Так, есть. Скелет маг. Отъехал. Лечим. Лечим воина.
подходим поближе. Завершить. Угу. Хорошо. И еще один. Ну давай. Нефиг шастать. Вот вы молодцы, стали как раз в шторм, то что надо. Угу. По барабану сюда один. Вот так. И еще. Блин, сдох. Надо отойти вот сюда, чтобы штормом не попало. Да что ж ты такая коса, а? Yeah! Еще один. Одна. Gotcha. На единичку. Молодец. Классно. Так, минус один. Natura evil cure. Ну все, последние двое. Секунды жизни, скелетик. Thanks. Спасибо. Пожалуйста. Не за что. А вот это мне больше нравится. Перебил все логово некромантов и чудесненько просто. So that's it? Yes. Вот и он, да. Я чувствую его силу. Она невероятна. Don't let it overwhelm you. Не дай ей поглотить тебя, некроманта. Некромантия — темная магия. Вот именно. Нам нужно его продать. Как думаешь, сколько он стоит в эти дни? Сегодня. Прекрати. Нам нужно вернуться к совету. Не обвиняй меня, просто попытался. Хорошо. Но я не буду выходить сейчас, лететь. Потому что мы не все квесты выполнили возле замка. Да. Наш же гном просил кости его собрать. А мы собрали только две кости, а нужно еще одна. Не ходили мы вот в эту сторону. Вот в этой стороне, скорее всего, кости лежат. Волки. Ага, волки растащили его кости. И какой-то толбут. Толбут серый. Кто это? Ему нравятся волки. Может быть, рейнджер? Может быть, оборотень? Может быть, что-то еще? Кто-то еще? Давай поговорим с ним. Давайте убьем его. Давайте поговорим. Может, он знает что-то о замке? Мы и так уже все знаем о замке. А ну иди сюда, типа. Можно сказать, ему просто привет. А можно сказать, а ну сюда, подошел. Неубедительно. Ты не слишком крут? Поверь мне, ты не хочешь, чтобы я... Не захочешь, чтобы я походил. А теперь проваливай, пока я не передумал. Ну, сейчас я тебе расскажу. Сейчас, погоди-ка. Keep away from my home, strangers. Держитесь подальше от моего дома. Get us all killed. Сейчас мы узнаем, кто кого тут накажет. Yeah! Да ты что? Yeah! О, у него иммунитет к...
колющему урону. А, ну-ка. А, ну-ка. Рубящему есть иммунитет? Нет? Ну ладно, я так и думал. Сейчас, подождите. Так, не будем пока лечить никого. Хотя можно его подлечить. Да, воина, почему бы нет. Что, что это такое? Талбут. Каст спел. Резисты на воина кинем. Он наш, наша главная надежда. На урон. Deal with it. Волков два. Понятно. Следующего. Так, о. Пожалуйста, не промахивайся. Ой-ой-ой, как ему больно. Еще разок. Вот так. То, что надо. Каст спел. Лечим нашего клирика. Thanks. Thanks. Давай, попади. Ну что же ты делаешь-то? Тут просто бедолага ничего не попадает. Каст спел. Божественное укрепление на себя кинул. Угу. Любитель волков сейчас отъедет на тот свет. Вот прямо сейчас. That I like. Ты меткая, конечно. Good kill. Все. Так, меня интересуют кости. А, стоп, стоп, тут вот еще какой-то. Необысканно. Вот, вот они, кости, есть. Третья, отлично. Что я вернулся, а теперь идем-ка вот сюда. Отдохнем, поспим как следует. Левелапчик получаем. Экспертизу. Угу, двойной бонус на специализацию, хорошо. Давай вот этот. И... Ну давай вот это. Intimidation. Пусть будет. Угроза. Level up. Враг магии. Пока активна ярость.
Вы прикидываете дополнительно кубики на дополнительный урон от оружия, когда делаете, когда атакуете успешно против существ, использующих магию. Короче, дополнительные кубики на дополнительный урон против магов. И еще один рейдж. Еще один раз можно использовать ярость. Level up друида. Открытые новые фишки класса. Выживший и мудрейший. Выживший из мудрейших. Ваши спеллы более эффективны против существ, с которыми вы уже сталкивались. Вы получаете бонус, равный половине ваших половине уровня ваших знаний, округленных, для ваших спас-брысков против магии и против и для модификаторов ваших спеллов против них. Вот как все сложно здесь. Level up лирик, что у нас получает? Спеллкастинг. Плюс один слот третьего уровня. Это хорошо. Он открыты классовые фишки. Канал божественности увеличенный. Плюс один канал божественности между отдыхом. И Геральт битвы. Союзники в определенных назначенных клетках получают плюс один к роллам атаки, повреждения, классу брони и спазм броска. Союзники в соседних клетках, adjacent. В соседних клетках получают, короче, если стоишь рядом с кем-то, то они получают все эти бонусы. Repair spells, конечно же, давайте можем еще один спельчик тут выучить. Например. Silence. Хорошая тема. Inflict Wound. Зачем мне Inflict Wound? Абсолютно без понтово. Ну, давай. Dispel Magic. Или защита. Давай диспел. Просто. Прист, почему бы и нет. Тут все нормально. Тут уже диспел один есть. Но тут вместо диспела можно взять что-то другое. Хотя будет два. Призвать духов животных. Все, отлично. Сохранились и отправляемся куда? На кладбище, к гному отдавать квест. И где же он? А, ну в принципе, смотри, квест я сделал, получается. А, значит, все, возвращаемся. Чудесненько. Так, вот тут есть. Не мог же я пропустить тут бочечку, нет? Мог? Как я мог? Открылся новая, возможная локация с камнем для короны. А нам сюда путешествовать. Давайте будем норма 26 быстро путешествовать. А, телепорт, зачем? Чихнул, правда. Телепортируемся туда. Зачем этот fast travel? Сейчас 3 часа туда ползти, еще там куча попутно врагов нападет. Ну и смотрим, куда нам теперь. Circle of Dantar. Да, давайте пройдем. По-моему, какая-то из реликвий нужна была именно этому кругу. Именно этой фракции. Deputies, do you have anything for the circle? У вас есть что-то для круга? Как насчет этого? Так. Ага, тут арканиум еще есть.
Вот, вот этот только для них подойдет. Есть. И вот этот. Есть. А вот тут уже варианты есть. Ну, да, можно вот этот. Есть. А вот этот я отдам антиквариатчикам. Кстати, посмотреть, что у него продается заодно. Покажи, что у тебя есть. О, тут пушечки. Ох ты, броньки, пушечки. Да, ты что? Великий топор плюс один. Вот такой вот топор надо нашему. Нашему варвару. Барбариану. Ладно, сначала дела, потом шмот. Квесты сначала. Вот сюда. Well, if it isn't our brave saviors. Вот сюда. Delegate Summer. May we speak with you? Делегат Лето, можем поговорить с вами? Что? В чем дело? У нас кое-что есть для вас. Или скорее кто-то. Ангби? Ангби Крамсон? Ангби Крамсон, это ты? Ха. Или был. Это я. Либо был. В любом случае, я тут. Эти ребята принесли мои кости. И мой дух пришел с ними. Спасибо. Я ваш должник. И также гильдия антиквариат. Чиков. И от имени гильдии давайте предложу вам кое-что. Я надеюсь, ты вернешься к своим близким. Но перед этим я хочу кое-что тебе рассказать. Один из бонусов бытия призраком — это ходить сквозь стены. И пока я был мертв, я кое-что узнал. Я не смог это записать, но я отрепортую это лично. Я отведу тебя к совету. Короче, мы молодцы. А теперь отдадим... А, и получили какие-то перчатки крутые. Да, конечно. Как насчет... Как насчет этого? Журнала Каш. Так, ну что? На этом... прохождение... квеста. В темном замке закончено. Ждите следующих серий. Всем пока, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, все такое. Пока-пока. Покажи, что у тебя есть. О, тут пушечки. Ох ты, броньки, пушечки. Да ты что? Великий топор плюс один. Вот такой вот топор надо нашему. Нашему варвару. Барбариану. Ладно, сначала дела, потом шмот. Квесты сначала. Вот сюда. If it isn't our brave saviors. Вот сюда. Delegate Summer, may we speak with you? Делегат Лето, можем поговорить с вами? Что? В чем дело? У нас кое-что есть для вас. Или скорее кто-то. Ангби? Ангби Крамсон? Ангби Крамсон, это ты? Ха. Или был. Это я. Либо был. В любом случае, я тут. Эти ребята принесли мои кости.
и мой дух пришел с ними. Спасибо. Я ваш должник. И также гильдия антиквариатчиков. И от имени гильдии давайте предложу вам кое-что. Я надеюсь, ты вернешься к своим близким. Но перед этим я хочу кое-что тебе рассказать. Один из бонусов бытия призраком — это ходить сквозь стены. И пока я был мертв, я кое-что узнал. Я не смог это записать, но я отрепортую это лично. Я отведу тебя к совету. Короче, мы молодцы. А теперь отдадим... и получили какие-то перчатки крутые. Да, конечно. Как насчет... этого? Журнала каш. Так, ну что? На этом... прохождение... квеста в темном замке закончено. Ждите следующих серий. Всем пока, спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь, все такое. Пока-пока.